Всем привет, Западного Калимантана. Меня зовут Алексей. Я живу в Индонезии. Живу уже давно. Основная моя деятельность — это сушка ванили здесь. Ну, поскольку сейчас уже конец года и сезон потихоньку заканчивается, и продажи уже практически остановились, поскольку народ уже ждет праздников, занимается подготовкой. И у меня освободилось какое-то время. Появилось свободное время. И это дает мне наконец-то возможность реализовать мою давнюю мечту. Собственно, этим я сейчас подготовкой занимаюсь. Пока что вот получил первый элемент. Вот. Ждем остальные. Следите за новостями.